Бюджет Камчатки на 2018 год прогнозируется в размере почти 64 миллиарда рублей. Проект главного финансового документа на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов краевое правительство уже направило на утверждение в Камчатский парламент. По данным Министерства финансов края, объемы доходов и расходов по каждому году очередной трехлетки практически одинаковы, а дефицит бюджета будет в пределах 16 миллионов рублей. В Минфине подчеркивают, что бюджет остается социально ориентированным. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.